Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии сегодня в очередной раз произвели забор проб воздуха в микрорайоне Антипина. В этом году по плану здесь 20 таких исследований. Все оборудование лаборатории проверено и внесено в Росреестр, поэтому достоверность результатов максимальная. Напомню, люди в этом районе периодически жалуются на специфический запах. Вокруг Антипина множество промышленных предприятий регионального и федерального значения, а также очистные сооружения. Поэтому воздух исследуют по 4 показателям. В данном случае это фенол, формальдегид, сероводород и бензол. Результаты исследований показывают, что за последнее время превышений по этим показателям нет. То есть все показатели соответствуют гигиеническим нормативам.